современном мире сложно выбрать интересный фильм или сериал, ведь их так много, и все по-своему интересно. Но существуют такие, которые обязан посмотреть хоть раз в жизни каждый. «Один джентльмен и удачи» год, 1971 продолжительность. 1 час 24 минуты страна, СССР рейтинг, 8,5. Если нужен легкий и веселый фильм, то бесспорно, «Джентльмены удачи». В киноленте описаны приключения нескольких друзей-преступников, которые не заметили подмены главаря. Этот фильм подарит массу позитивных эмоций, поразит добротой и простотой поступков. Приключения, погони, драки и настоящая мужская дружба – то, чего стоит ожидать от просмотренного фильма. 2. Мистер и миссис Смит год, 2005 продолжительность. 1 час 59 минут страна, США рейтинг, 7,5. Тайны, приключения. И, конечно же, страстная любовь, именно такое описание приходит в голову, вспоминая фильм «Мистер и миссис Смит». Прилежные семьянины дома, Джейн и Джон, опытные полевые сотрудники. В ходе сюжета их жизнь меняется кардинально, но что же победит в итоге, профессиональные обязанности или же любовь? 2. Интерстеллар год, 2014 продолжительность, 2 часа 49 минут страна, США рейтинг, 8,6. Неведомый космос, путешествие во времени, будущее. Изучая что-то новое, не каждый сможет отказаться от семьи, друзей, но нашлись 10 добровольцев, готовы бросить все ради работы на благо человечества и его будущего. Летя в далекий путь, Купер оставляет дочери Мёрф наручные часы, по которым они сверят время после возвращения. Но вернется ли он, или же останется всего лишь воспоминанием для девочки? Тот фильм подходит для морально сильных людей. Озвучено Яндекс Спичкит. 4. Хатико год, 2008 продолжительность. 1 час 29 минут страна, США рейтинг, 8,3. Собака, самое верное создание. Не был исключением и Хатико. Это история о настоящей дружбе, верности и любви собаки и человека. У животных есть чувства, эмоции, они понимают людей. И данная кинолента тому доказательство. Фильм поразит чувственностью, добротой и, конечно же, отношениями. Он подойдет как для детей, так и для взрослого зрителя, ведь каждый вынесет из него для себя определенный урок. 5. Ирония судьбы или с легким паром. Год 1975 продолжительность, 3 часа 04 минуты страна, СССР рейтинг, 8,2. Новый год, время, когда случаются чудеса. Но всегда ли они приводят к чему-то хорошему? Однажды Женя Лукашин просыпается в чужой незнакомой квартире. Как он туда попал, где его друзья, и в конце концов, где молодой человек все-таки находится? Это и предстоит узнать главному герою в канун Нового года. 6. Любовь в большом городе год, 2009 продолжительность. 1 час 28 минут страна, Украина. Россия рейтинг, 6,3. На одной из вечеринок трое друзей загадывают слегка неприличные желания. Какого же их удивления, когда они сбываются с точностью наоборот? Друзьям предстоит выяснить, в чем причина такого действия, кто такой Святой Валентин, и как все-таки вернуть свою мужскую силу. 7. Мстители, финал год, 2019 продолжительность, 3 часа 01 минута страна, США рейтинг, 7,7. История супергероев, которые на протяжении долгих лет защищали мир, подходит к концу. Кто-то вернется к мирной жизни. Другие отправятся на поиски новых приключений, не обойдется без потерь. Но перед тем они должны закончить начатое ранее, выиграть свой последний бой. Кто же все-таки победит, смогут ли они вернуться к нормальной жизни? Каждый фильм по-своему неповторим, он заинтересовывает с каждым просмотром все больше и больше. Напишите в комментариях, какой фильм вы уже видели и ваши впечатления. Подписывайтесь на канал, следите за новыми постами, делитесь с друзьями и ставьте лайки.